Я ухожу навсегда. Знаете, куда я ухожу? В Arena Breakout! Это лучший экстракшн-лутер в своем роде! И мы раньше играли в эту игруху на телефоне, но прямо сегодня, ребятки, я буду играть в ПК-версию под названием Arena Breakout Infinite. Ребята, я вам говорю сразу, я вам не хухры-мухры. Я 13 уровень, обратите внимание. Ник 67. Даже не спрашивай, почему у меня такой ник, братва, и прямо сегодня мы будем выносить всем кабинеты! Погнали! Ну, а выносить мы всем будем на всеми любимой и знакомой карте ферма. Я обожаю эту карту. Погнали! Ребятки, такая небольшая рекомендация от меня. Если хотите всегда побеждать, то в оружейнике рекомендую вам покупать именно автомат Т-951. Да, может быть, он немножко дороговат. Я бы сказал, бы даже очень дороговат. Но он того точно стоит. Поэтому советую его брать и будете с ним побеждать. Ну что, ребята, вот мы и на ферме. Вы просто посмотрите на эту атмосферу. Посмотрите на этот графон. А-ха-ха, какие же знакомые, любимые места. Ребята, в чем особенность этой игрухи, если вы не знаете, я не знаю, кто вы такой, то, что тут надо лутаться. Вот мы сейчас заходим в домик, сейчас мы почины посмотрим, что же мы тут интересненькое сможем найти. Так, чья-то немытая посуда, она нам точно не нужна. Опа! Опа! Сразу же, сходу, я нахожу спортивную сумочку. И что мы в ней находим? А мы в ней находим, а ну-ка, обрядишь, что ценное найдем. Давай! Рыбная консерва. Ну, как говорится, в хозяйстве все пригодится, поэтому, конечно же, мы ее берем. Обалдеть. Теперь нам надо, видите, вот эти красные, эти кружочечки. Вот нам надо идти прямиком туда. Я ставлю меточку. И, ребята, как говорится, лизу в лицерий. Погнали! Ну и по пути нам надо всех мочить. Я думаю, с этой задачей я справлюсь. Блин, ребят, чтобы понимали, вот этот АКР лично я собирал в оружейнике минут 10. Поэтому я надеюсь, что будут кабинеты разваливать очень жестко. Пока никого нет, все меня боятся. Мы идем на меточку, нам осталось 70 метров. Так. Слушай, вот это то, что я бегаю, это максимально неправильно. Надо, ребята, вот так. Вот так лучше. А лучше вообще ползти. О, вот так, вот так. Чтобы максимально беспалевно. Мы залезаем сюда. Кого мы видим? А никого нема. Понял, принял. Идемте дальше. Так, и что мы, интересненько, сможем же отыскать тут? Нашел какую-то трубу. Нормально. В хозяйстве пригодится, лишним не будет. Ребят, 20 метров. Мы уже почти пришли к пункту назначения. Так я вот правильно метку поставил? Да, мы уже на месте. Ха-ха. Так, как я понимаю, нам надо идти внутрь здания, да? Обалдеть! Я все патроны потратил на этого чела! Так, главное, чтобы больше никого не было. Так, больше никого нету. Лутаемся. А, вот теперь, ребят, самая приятная часть. Обалдеть! Вот это, конечно, было жестко. Так, по-любому у этого чела есть еще патроны. Нам патроны очень сильно нужны. Братанчик, что у тебя по патронам? Ага, понял, с патронами у него, по всей видимости, проблемы. Так, лутаемся, лутаемся. Самое главное, что пока я лутаешь, чтобы меня никто не забрал. Иначе это будет очень обидно. Так, о, патроны нашел! Ура! Патроны! Тише, по мне кто-то стрелял. Вы слышали? По мне кто-то стрелял. Так, а ну-ка. Иди сюда, дорогой! Ты понимаешь? Я не первый раз в этой игре, у меня 13 уровень. Вот. На! У торпечи никто не вечен. Давай, родой. Просто. Ой, там двое! Мама дорогая. Братва, нахилиться, хилиться, хилиться. Текай с села. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, у меня все начинает в глазах двоиться. Просто убегаем. Надо немножко похилиться. И потом продолжим дальше им чистить кабинеты. Фух, вот это было жестко. Давай-давай-давай. Быстрее, родненький ты мой. Хилимся, хилимся, хилимся. Фух, братва, вот это передрягу попал. Вы видели, какие жесткие челы были? Ну все, пацаны. Так сказать, почти как огурчик. Сейчас мы еще вот эту аптечку применим. И будем дальше разбираться с этими говнюками. Все, ребятки, нормально. Погнали. Сака дело должно быть попроще. Аккуратненько. Чтоб не испалили. Ой-ой-ой, тут их реально очень много. Блин, мне же немножко стрёмно как-то. По одному выходите. Вы слышите звуки? Там перестрелка какая-то. Вы слышите там звук перестрелки? О, это что такое? Металлическая скребница, а нам тоже нужна. Не знаю, зачем, пусть будет. Так, давайте, ребят, аккуратно в окошко посмотрим, кто у нас тут. Так, никого не вижу. Самое главное не топать. О, сумочка. Что найдем в сумочке интересное? Так, так, так. Давай, 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 родименький, быстрее. Зубная паста и все. И свеча, ладно, это нам точно не надо. Так, нам бы сейчас подобрать бы какое-то оружие. Тише, тише, не палимся. Здорово, братик.
О-о-о, это то, что доктор прописал. Иди сюда. И давайте еще обыщем его карман. Еще интересненько здесь можно найти. Понимаете, о чем суть игры? То, что вы можете подбирать дроп прямо с персонажем. Мне это очень нравится. Так, о-о-о, сюда. Ага, смотрим дальше. Что еще интересненько мы тут сможем найти? Найс, найс, пацаны. Я тут нашел еще одну обойму. И еще одну обойму возьму про запас. Блин, ребят, обалдеть. Ух ты, ничего себе. Там какой-то пар идет. Обалдеть, огромный контейнер. Большой ящик с оружием. Я отвечаю, мы сейчас тут что-то жесткое найдем. Отвечаю, я просто уверен. Пистолет, пистолет. Красный пистолет. А, стреляй, стреляй, стреляй. А, чел, сюда. Ох, блин. Я его замочил или нет? Ладно. Нет, 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 вот тут. Братанчик. Блин, они повсюду! Братва, убегай, убегай, они повсюду! Нет! Блин! Но я хотя бы сделал минус 3. Я пытался, я пытался! Ничего, ребятки, перемещаемся в каточку номер 2! Вот что мне нравится, то что тут есть возможность выбрать разный тип операции. Прямо сейчас мы выбираем зону блокады и отправимся на карту Долина. Ну а прямо сейчас я хотел вам просто показать перед началом этой жесткой зарубы. Посмотрите, ребята, на мой инвентарь, на мое хранилище. И помимо этого, посмотрите, с чем я иду в бой. И я вам скажу так, у противников просто нету шансов. Пожелайте им удачи, потому что она им точно пригодится. Все, ну а теперь перемещаемся в каточку. О, ребята, это вообще совершенно другое дело. Единственное, что я скажу, ну, по всей видимости, маску я так по приколу взял, поэтому давайте мы от маски избавимся. Так, первым делом. Мы идем в прибережную виллу. Прибережную виллу. Ох, нам, ребята, предстоит очень долгий путь. Самое главное, ну вот просто никаким-либо образом не слиться раньше времени. Ошалеть, как же тут прикольно. Да, такой вайб прям чувствуется. Я в лесу и жду, ребята, противников. Ребят, самое главное, я вам скажу, в этой игре надо быть всегда на чеку. Потому что противник может быть с любой стороны, он может быть где угодно. И если вы заметите противника позже, чем он вас, то у меня для вас плохие новости. Оу, оу, ничего себе, вот это прям жестко было. Так, ребят, сразу, давайте магазин возобновим. Я просто в шоке, я слышал только что крик, тут еще кто-то есть. Вот тут кто-то есть, я вам отвечаю, вот как будто слева кто-то есть. Аккуратненько, тут чел. А, о, брат. Так, все, одной проблемы меньше. Так, ну а теперь можем посмотреть, что же ты интересненько там для меня взял. Опа, МП-5 сюда на базу. Так, что там еще есть? Броник, броник. Ну, у меня бронежилет получше, у меня Спартанец Б, это один из самых крутых броников. Ну, лично как по мне. Опа, конденсаторы, но в хозяйстве пригодятся. Так, ну вроде бы как я больше ничего интересного не вижу. У чела вроде бы как больше ничего интересного тут и нету. Ну, пару магазинов, давайте мы тоже возьмем. Так, я слышу какие-то звуки. Ох, ребят, сейчас будет жестко. В этот раз я готов прям на все 100% выносить кабинеты, но нам... Вау, чувак! Здорово, брат. Так, ну слушай, ну судя по всему, у него ничего интересного нету, поэтому я предлагаю, давайте-ка мы лучше от него просто убежим. В принципе, так, тут ничего интересного нету. Идемте к нашей цели, к нашей метке. Засели на дно. Опа, он братик, видите? Скажи пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, из первого патрона, вот это я жесткий. Слышу, там кто-то стреляет, там игроки. Тише, засели, лежим. Тут кто-то есть. Ща, братва, мы ему начистим кабину. Блин, вот надо было брать что-то с прицелом, я вам отвечаю. Так, все, сейчас тихонечко, ребята, крадемся, ща пустим внезапного шептуна. Все, мы уже почти пришли. А вот теперь надо быть максимально готовым, потому что тут сейчас будет прям очень жестко. Я вам гарантирую. Вот сейчас аккуратненько, не топаем. Бесшумно, поднимаемся сюда. Так, справа никого, слева. Ядрить, колотить меня за ногу! Вот это заруба была! Вы видели? Так, тихонько, ой! Так, быстрее, надо отхилиться. У меня же давление подскочило. Сюда, пацаны, в кустики ныкаемся. Так, сели. И быстрее перезаряжаемся. Фух, найс, минус один, хорошо. Все, сейчас мы, ребятки, отхилимся. И я... Блин, только не говорите, что кто-то еще идет. Вот я как будто еще кого-то слышу. О нет, ребят. Давайте жить дружно. Как говорил кот Леопольд. Такс. Кто у нас тут? А тут я... Вот надо быть максимально бдительным, потому что противники могут быть просто везде. Особенно... О, вижу чела. Тихонько. Най! Блин!
Услышишь звук? Быстрее, быстрее сюда! Вперед на звук, вперед на звук! Тучел. Ты еще перхать лежать! Жестко, он бы не попал. Срочно хилимся, срочно хилимся. Так, ребят, вот эта каточка идет гораздо лучше, чем предыдущая. Самое главное не спешить и максимально надо быть все время незаметными. Вся эта территория кишит противниками. О! Хотя, в принципе... Так, пока никого нет, давайте по фастику обыщем, может что-то интересное тут найдем. Уже кто-то залутался, тут же кто-то был до меня. Ошалеть. Тут кто-то был до меня. Слушай, я предлагаю, давайте поднимемся на второй этаж. Вот так быстро пролетаем. Дверь открываем с ноги. Здорово всем. Так, тут никого нет. А что интересненько у нас есть на втором этаже? Тут тоже все блутали. Ну, давайте аптечечку возьмем. Все почины. А теперь максимально быстро погнали искать противников. Ну да, ну блин, кто-то же побывал. Дайте мне с кем-то разобраться. Кто-то стреляет. Вы слышите? Тише, 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 тише. Я слышу кого-то. Прям рядышком, вот прям тут. Или я, или он. Да-да, нет-нет. Просто хэштег удачи в комментариях. Мне страшно. Мне страшно отвечать. Страшно не на шуточку. Ох, я сейчас, наверное, сделал большую глупость. Я хочу запушить. Вот, вот он, это реальный чел! Забрал его вроде. Забрал, забрал, забрал. Надо срочно хилиться, срочно хилиться, срочно хилиться. Пацаны, мне сейчас кабинет не начистили. Имба! Еще минус один. Да! Мы машины! Но сердечки-то бьется, сердечки-то бьется. Стремно. У меня такое ощущение, как будто у меня какая-то легкая контузия. Чтобы понимали, я даже быстро бежать не могу. Так, мне надо срочно что-то принять, потому что мне что-то плохо. Набор первой помощи. Чувак, пожалуйста, скажи мне, что у тебя было что-то полезное с собой. Я тебя умоляю. Обыскиваем, обыскиваем маленького. Родненький ты мой, что у тебя было интересно? О, у него тяжелая. О, у него тяжелая броня. Берем бронь его. Дальше наушники командира берем. Дальше, что у него. Ух ты, ничего у него ствол! Конечно, меняем. И давайте посмотрим, чем мы еще сможем ее найти в карманах. Слушай, ну этот чел прям жестко был заряжен. Посмотрите, у него куча аптечек с собой в карманах. Ошалеть. О, вот это жир, это просто джекпот. Посмотрите, сколько всего у него есть полезного. Давайте сейчас я все подготовлю и будем идти дальше бой. Все, пацаны, теперь я буду целый как огурчик. Найсик, похилились. Хорошо, 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 хорошо. Тучел, 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 тучел. О, нет. Чувак, скажи, что ты меня не слышишь. Вот прям тут. О нет, он тут слева. Да-да, нет-нет. Видели, побежал. Блин, ребята, вот это уже не на шутку. Здорово, родной. Вот он, вот он, вот он. А-а-а, бежим. Их было двое, их было двое, их было двое! Так бы раз на раз бы я бы их забрал. Там их было двое, ребята. Поэтому, к сожалению, меня забрал какой-то кристаллик 29 уровня. Чувак, я просто так это не оставлю. Короче, братва, что могу сказать касаемо моей новой любимой игрухи? Вот прям реально пишу, так буду играть после даже без записи под названием Arena Breakout Infinite. Ребята, если вы хотите играть вместе со мной на вашем ПК, обязательно присоединяйся ко мне по ссылочке в описании. Я тебе уверяю, тебе точно скучно не будет, потому что эта игра, ну как по мне, лучшая в своем жанре. Ну что же, все нужны ссылочки снизу, а мы, ребятки, с вами будем прощаться. С вас лайк, подписка, всем пока-пока!